Сегодня в Новосибирске впервые прошло заседание комиссии Госсовета по науке под председательством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Обсуждали госпрограмму «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Новую госпрограмму разрабатывают по поручению президента Путина. Это стратегический документ, который определит вектор развития науки на годы вперед. Это направление фундаментальных исследований. Обсуждают на технопроме и развитие экспорта российских технологий. Инноваторам очень мешают санкции. Зарубежным инвесторам интересны научные продукты, которые производят в нашей стране. Но из-за ограничений велики риски. Если даже говорить о каких-то сделках там, безрисковых, типа кредитива там, и так далее, да, банковской гарантии, то все равно в нашем случае, например, наша продукция, она требует гарантии последующей. И человек, приобретающий, например, наш газоанализатор, в итоге может рисковать, что через год он сломается, а мы решим ему не возместить этот ущерб. Обсуждать программу будут еще месяц. Перед Министерством науки и высшего образования стоит задача до 1 октября оценить все предложения. Сергей Толмачев, Дмитрий Злобин, Новости ОТС.